Анапчан приглашают на общегородской субботник. 15 сентября на курорте пройдет массовая общественная акция по наведению санитарного порядка на улицах, пляжах, в скверах и парках. Накануне важных праздничных дат 75-летия освобождения Анапы от фашистов и Дня города, который отметят на курорте 21 и 22 сентября, состоится масштабная генеральная уборка. Администрация муниципального образования 15 сентября приглашает всех неравнодушных жителей, кто хочет видеть Анапу чистой и привлекательной, принять участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», убрать прилегающие территории к жилым домам и зданиям организаций и учреждений, освежить фасады, входные группы коммерческих объектов.